Друзья, всем привет! С вами Дмитрий, это канал про интересные автомобили. И сегодня будет небольшой обзор на Focus 4 в комплектации ST-Line 2 литра дизель. Машину я проверял сейчас для клиента из другого региона. Ну и по окончанию проверки я попросил у продавца, если он, конечно, был не против, а он оказался не против того, чтобы я для вас снял небольшой обзор на интересный, весьма интересный автомобиль. Focus 4 в кузове универсал из Европы, из Германии. Данная машина в данный момент продается 1,9 миллиона рублей. Пробег 85 тысяч километров. 2019 год. Такой вот красивый мокрый асфальт на 18-х крутых колесных дисках. На хорошей резине, с максимальной оптикой. Сейчас обо всем вам покажу, бегло так расскажу про автомобиль. Мне очень так понравился, знаете, когда смотришь одно и то же, те же Меганы, Пижошки каждый день, когда вот какая-то выскакивает интересная комплектация, вот как на примере сегодня Ford у нас, самому невероятно интересно его посмотреть, потрогать, посмотреть, насколько он жирный по комплектации. Итак, начнем с передней части. Здесь у нас такие вот крутые, прикрутые фары, LED. Не знаю, сколько здесь. Раз, два и три диода, ДХОшки. Естественно, есть омыватели фар, портроники по кругу, LED, противотуманные фары. Есть радар адаптивного круиза и дистроника. Классная передняя часть такая, знаете, агрессивная. Человек для себя пригонял, но сейчас нацелился на более дорогую машину. 18 диаметра вот такие вот колеса, красивые шильды ST-Line. Повторители, значит, в зеркалах. Здесь у нас большая стеклянная крыша. Вот эта секция, это сдвижной люк, это панорама. Но сейчас я вам обо всем расскажу и покажу. Интересная задняя часть, особенно вот эти фонари. Сейчас я чуть позже включу светодиодную вот эту технику. Короче, фонари включу и покажу, как они светятся. Двухствольный выхлоп. Естественно, камера заднего вида. Так, большой багажник. Здесь, ребят, у нас под полом есть еще одна ниша, пол. И под ней есть вот докатка и сабвуфер. Значит, здесь акустическая система заводская Benkel Olsen установлена. Играет очень достойно. Такая вот, значит, у нас шторка есть. Шторка, которая защищает, чтобы груз не прилетел вам в голову, в затылок. Как говорится, как ее называется, собачник для собак. Машина, кстати, с 2 литрами, 150 лошадей. И, значит, агрегатируется мочевиной. По динамике мы только что проехались, очень весело она бежит, я вам так скажу. Здесь 8-ступенчатый классический автомат. 40-й, по-моему, индекс у него. Так, сейчас быстро покажу. По картам такая вот упрессовка, но пластик жесткий, кстати, вот здесь вот, признаться, тканевые сиденья с красной строчкой, весьма себе так уютно, когда у вас такая стеклянная большая панорамная крыша. Так, про бесключевой, не помню, говорил, не говорил, он есть в автомобиле, есть, значит, датчики слепых зон. Еще раз уделю внимание такое названию этой комплектации ST-Line. Так, здесь у нас вот есть аббревиатура Benkel Olsen, что здесь акустическая система непростая, а вот такая, трехмерный такой пластик, значит, складывание зеркал, ну, стандартно, да, в принципе, там все четыре стекла автоматические, скошенный руль снизу, тоже с красной строчкой, он идет из приятной мягкой кожи. Далее, сейчас, ребят, покажу вам алюминиевые педали. Кстати, вот здесь вот уже двойной нажим педальки, как у BMW. То есть язычка под капотом не имеется. Блочок. Здесь, кстати, вот есть адаптивный круиз-контроль. Следит за полосой. Подогрев рулевого колеса. Много-много машина упакована различными опциями. Так, вот такая вот приборная доска. Сейчас мы нажмем ОК. То есть везде, везде в центральной, значит,
центральном месте приборной панели есть бортовой компьютер такой вот. Так, про пробег сказал, 85, подогрев электрический лобового стекла, ну вы поняли, тены. Есть проекция, такая вот штучка открывается, как наподобие у талисмана. Так, камера заднего вида. Здесь у нас уже вот такое вот колесико, барашек. Кстати, очень удобно, на мой взгляд. Это механический режим, парктроник в паркинг включает. Так, здесь тоже у нас различного вида ассистенты, помощники. Электронный ручник, такой с подсветкой, два подстаканника и такая ниша для телефонов. Даже вот здесь, вот, ребята, сейчас покажу. Есть тоже шильда, что это Бенка Олсен. То есть большое количество, значит, колонок, которые работают через усилитель вместе с сабвуфером. Так, это я нажал по парковке. Сейчас выключим. Так, сейчас вот таким образом я вам открою шторку сдвижной вот этого потолка, крыши. Ну и большой-большой люк. Ну не будем его открывать на всю. Кстати, вот отдать должное мотору, он работает так прям тихо, знаете, чем-то даже похож на TSI мотор бензиновый. Только стрекочут вот эти форсунки, которые впрыскивают топливо в цилиндры. Так, подогрев руля, лобовое электрическое, подогрево сидений, такой вот климат теперь у нас шайбами интересный. То есть все как нужно. Такая вот кнопка старт-стоп имеется. Так, сейчас быстро покажу вам, ребят, капотку, и, наверное, будем на этом заканчивать. То есть как он разгоняется максимально, мы не будем. Я уже все запилил, то что мне нужно было. То есть вот такой вот мотор, два бачка с антифризом, 2 литра 150 лошадиных сил с мочевиной. Так, давайте сейчас еще продемонстрирую, как работают фары, и будем на этом заканчивать. Да, есть повторители, не знаю, говорил, не говорил. И вот такие ДХОшки, бегущая строка аварийной сигнализации или указатели поворота, динамические. Классно выглядит передняя часть, очень так агрессивно, современно. Сейчас задние фонари покажу. Ребят, на этом буду заканчивать ролик. Если кому-то понравилось, ставим пальцы вверх, лайкаем, подписываемся на канал. Также на телегу все ссылки есть под описанием под роликом. Также мой телефон. Будет нужна проверка автомобилей, звоните, пишите, буду рад всем помочь. На этом у меня все. Всем пока.